Сплоченность и поддержка во всех смыслах. В Самаре проходят городские соревнования «Мама, папа и я. Спортивная семья». Во всех районах областной столицы идут отборочные этапы. В промышленном районе за звание самой спортивной семьи состязаются 16 команд. Они разделены на две возрастные категории – с детьми от 7 до 9 лет и с детьми от 10 до 12. Дети видят, что родители вовлечены в этот процесс, и, соответственно, и дети тоже. Посмотрите на семьи. Разные возрастные категории родителей, разные дети. Кто-то радуется, кто-то огорчается, но, тем не менее, хороший позитив, настрой на сегодняшний день. И, конечно, это праздник. В программе 8 состязаний. Надувные лыжи, футбольный фристайл, мини-гольф, хоккейный фристайл, надувные футбольные ворота, забег сумоистов, беличье колесо, интеллектуальная викторина. Семья Коновых со спортом на короткой ноге. Отец Александр занимается баскетболом, дочь Дарья – легкой атлетикой, а мама Валентина – фитнесом и черлидингом. А вот за право самой спортивной семьи они состязаются впервые. Все, что на сплочение, все, что на, не знаю, координацию, это у нас получится. Интеллектуальный конкурс, конечно же. Поэтому вот с футболом, думаю, только. Это мы вообще не футбольная команда. Однозначно это огромное значение для семьи имеет. Семья вместе, мы все в одной команде, да, мы дружно, все у нас происходит. И нужно побольше таких конкурсов однозначно, где мама, папа и ребенок участвуют в этих конкурсах. Победители получат не только награды, но и право представить район в финальном этапе соревнований, который состоится в Самаре 13 мая. Галина Топилина, Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.